молодых сделана ставка. Это мое мнение. Удаление у нас. Второе удаление у сборной России. Первое в этом периоде. Наброс. И Петр Федотов что делает? Да. Супер момент. Специально акцентируют внимание наши операторы телевизионной трансляции вот на этом герое. Пока это главный хедлайнер сегодняшней встречи. До Эднера. Денис Эднер получил мяч из убойной позиции. Развернулся красиво. И пробил. Да, уверенная игра Петра Федотова. Никита Деревянкин не попадает в створ, к сожалению. Здорово там выкрутился, но как-то очень коряво задним броском получился у него. Алексей Викторович Власенко, президент Федерации водного пола России, только что появился на трибунах. Конечно же, руководитель отечественного водного пола просто не мог и не имел права, наверное, пропустить матч национальной команды. Надо сказать, заполнены трибуны, полные в... Ой-ой-ой. Добавка. Петр... Ой-ой-ой, Петр Федотов! Три момента! Блин. И ноль забитых мячей! Три момента в одной атаке, имею в виду.